Всем хай, и с вами не буду я представляться, вы знаете, кто я. Сегодня будет 50-минутное обсуждение. Так, включаем. Так, вы видите монитор. Я хотел бы пообсуждать GTA 4, ой, GTA 4, GTA 5, там продажи, вот первые 24 часа и скриншоты посмотреть. И мое мнение, я, конечно, ожидал большего от GTA, там то, что от GTA 5, от Rockstar, то, что они там запилят там супер мега там все. Ну и я был, конечно, не удовлетворен, хотя я купил официалку, поиграл. Честно, я ожидал большего. Не только то, что вот я эти люди, у которых приставки, там еще выпустили эту петицию, то, что не нужно выпускать GTA 5 там на компьютере. Я посмотрел как бы скриншот на компьютер, но не знаю, где они сейчас, потому что мне неохота их искать как-то. А, давайте сейчас я это посмотрю. Сейчас прям подождите 5 минут. Сейчас подождите. Осталось буквально там секунд 40. Ну, не знаю. Но это только задумка и ничего больше. Да, вот я их нашел сейчас. Они у меня прогрузятся. Не знаю, как вы, но реально я ожидал GTA 5 немного более, потому что давайте, вот, все, вот скриншоты GTA 5, но вот все вот это все неправда, не вот это, все, что здесь я и нашел, вот это вот все, что сейчас утверждает. Хотя анонсирован только для Xbox, но у меня есть полагать, данная игра выйдет на ПК. Нет, это будет, наверное, ложь. Вот, смотрите, GTA 5 вложила 265 миллионов долларов, а за буквально за день продажи 800 миллионов у них прибыли. Это буквально у них вышло 500 с лишним миллионов прибыли. В то время как Black Ops там было 100 миллионов анонсировано и 500 миллионов в них прибыль, не знаю как. Мне, конечно, не понравилось Grand Theft Auto 5 очень вообще. Еще раз повторяюсь, Rockstar мог бы запилить как можно больше на нее всего, не только соединить все карты Сан Андреас там и их увеличить, но все же они их могли как-то, реально, как-то улучшить. Там графа реально, мне не понравилась графа. Во-первых, она хуже, чем в четверке. Хотя в четверке там мрачно. Сейчас меня будут осуждать, наверное, те, кто играл на PlayStation, Xbox. Люди, ой, какая-то же крутая игра, ой-ой, ты что тут несешь? Давайте, вот, скриншоты. Я реально ожидал чего-то большего. Меня очень реально огорчило. Управление машин стало хуже. Мне не понравилось. Оно как бы стало хуже, чем в четверке. Хоть и добавлено там животные и все такое, но в этой пятерке. Но четверка мне будет нравиться больше, там, во-первых. Я уже нашел пару AMB на GTA 5. Не знаю, мне не понравилось вот это вот все. Это
не знаю как, но не знаю, у меня реально, честно, мне не понравилось. Пусть меня осуждают. Вот. Обои, скриншот. Скриншотов тут он. Уже 900. Обои, во. Фигня, короче. Сейчас, подождите. Сейчас тут должно быть это пятерка. Grand Z. Нет, тут нету Grand Z Auto 5. Вот. Коды, обзоры, персонажи, онлайн, галерея. Давайте позырим коды. Добавить мод, добавить видео. Пока еще не появились, ни по одной причине релиза запланировано 17 сентября. За 4 дня до выхода официалки вышло на прицеливание в замедлении, восстановить шкалу. Вот, уже выставлено. Выставлен, повысить уровень розыска. Есть, тут уже коды, это... Кажется, я не помню, читал... Да, я читал про то, что там кодов вообще их не будет. Получить парашют. От выстрела происходит взрыв. Коды на транспорт. Я, честно, я разочарован. Вот, мои... И мир игры. То есть, у меня город включает снег. Скользящие автомобили. Пока еще неизвестна комбинация на суперпрыжок. Режим бога. Но это... Вот. Тут уже видео есть. Честно, люди, не знаю, как вы, но я огорчен. GTA 5 могла бы порадовать больше, но я посмотрел там GTA всех, кого мог. На кого мне хватило нервов. Мне GTA 5 не понравилось. Отлично, мое мнение. Я буду открыты комменты, но закрыты лайки, дизлайки. Вы как хотите, оцените, осуждайте меня, обсирайте. Ну, GTA 5, конечно, говно из говна. Полностью слизанное с четверки. И хотя даже взять четверку с Сан-Андреаску, вообще ничего не похоже. Но если взять четверку и пятерку там с Сан-Андреаску, полностью все соединено, хотя реально говорили то, что будет соединено, но не так. Машина там половина из четверки, половина там есть Сан-Андреас. Мне не понравилось, короче. Лично мое мнение, хотя нет, я лучше закрою. Будут закрыты комменты. Ладно. Если вы хотите увидеть H4, я вам скину ссылку вниз. Тут все будет, если вы читер. Раздел развлечения. Я еще копирую. Все. Скопирую. Ну все. До скорых встреч. С вами был Artfix. Всем удачи. Всем пока. До новых встреч. И...